Вчера по каналу Звезда, это 19 июля, я видел интересную такую передачу про Рокфеллера. И вот в частности там говорилось, он прожил 101 год, ему было сделано 7 пересадок сердца и 2 раза пересаживали почки. Отбрасываю какую-то нравственную оценку или еще что-то там такое. Просто поговорим о пересадке. То есть там было подчеркнуто, что он думал, что путем пересадки органов удастся прожить до 200 лет. Можно так сказать, медицина. Американская медицина, современная, о-го-го-го. Она... Подружка, привет. Она подбросила ему вот такой вот метод, что можно вот именно таким способом продлить жизнь. Что такое пересадка органов? Значит, вот пересадка сердца. Сердце изымается, вставляется. И, ну, ничего не было сказано, ни слова о том, что как она дальше будет себя вести. А оказывается, любая пересадка органов сразу же буквально таки отторгается иммунитетом. И для того, чтобы в кавычках что-то прижилось, надо свой собственный иммунитет, который отвечает не только за защиту организма, но и за обновление клеток организма. То есть с какой скоростью, допустим, иммунитет, вы получили какую-то рану, за сколько она зажила. То есть все это подавляется. И вот 7 пересадок. О чем это говорит? Это говорит о том, что теоретически, как думала бы медицина американская и современная, что это должно было хотя бы, ну, грубо говоря, ну, не знаю, ну, лет хотя бы по 30, по 20 добавить, да? Ну, возьмем по 20. Говорят, что в среднем где-то лет 14 умножаем на 7, получается почти что лет, 98 лет. То есть, ну, к своим 70 пускай там он бы добавил еще значит, стольничек. Итого 170 должно было бы получиться. Однако не получилось. Почему же они так вот пересаживали? А оно уже, будем говорить, не приживалось, что так часто отторгалось. Потому что еще, тем более, в старом организме я все вот оперирую таким понятием, как жизненная сила. Потенциал жизненной силы, который способствует обновлению организма и, естественно, восстановлению его после ран, а тем более таких хирургических вмешательств, он все время понижается. То есть организм, который выработал свой ресурс и начинает сдавать тот или иной орган, невозможно за счет пересадки этого органа, даже чисто теоретически, чтобы он этот свой ресурс увеличил. Ну все, теперь сравнивается, как бы сказать, в голове машины. Там, допустим, вынул мотор, вставил.
Ну, смотрите, помимо мотора существует там рама, существует кузов. В конце концов, все это дело прогнивает, проржавеет, появляется усталость, в результате чего просто-напросто мотор может выпасть, его уже некуда крепить. Все разболталось. Грубо говоря, нечто подобное происходит и с нашим организмом. Дело в том, что если какой-то орган в организме сдает по тем или иным причинам, а его пересаживают, причины-то эти остаются. Понимаете, мы думаем, что ага, сердце у нас вот что-то тут разрушилось в результате нашего образа жизни. Да пересадим новое сердце. И оно как попрет. А вот этот вот пример показал, что ничего подобного. Причины как были, так и есть. Они это сердце быстренько ухандохают, что и происходило. То есть этот яркий пример того, что это тупиковая вещь, антигуманная, вообще не лезущая ни в какие ворота с понятием человечества, в хорошем смысле слова, человеколюбия. Любой орган можно восстановить. Для этого, прежде всего, надо разобраться в том, почему он разрушается. Устранить эти причины. Далее подобрать средства, которые все это будут восстанавливать. То есть, первое, не разрушаем. Второе, восстанавливаем. И проживешь со своими органами достаточно далеко и долго для себя. Я хотел показать этой беседой. Это что, что большинство людей вообще далеки от темы пересадки органов. И думают, что пересадили и все будет работать так, как надо. Чисто теоретически. То же самое пытается представить и современная медицина. Пересадим, да он как попрет и все там такое. По-моему, статистика уже показала, что в среднем пересаженные органы у детей, допустим, детям пересаживают там сердце, он будет работать где-то лет 14. При этом в течение 14 лет будут душить иммунитет человека. Через 14 лет, значит, надо искать следующего донора, готовить деньги. И все это повторится сначала. То есть это не решение проблемы. Тем более коренное решение, если бы это было. Как думается, пересадили органы, и все, он попрет.